Всем привет, это Катя. Решила сделать подарки для моей мамы, свекрови и бабушки на 8 марта. И вот что я для этого придумала. Я распечатала три фотографии Даши в формате Polaroid, то есть они 10 на 10. Решила я сделать для них, скреативить для этих фоток красивые рамки своими руками. Рамки-то мне нужна по-любому, поэтому надо на что-то их наклеить, на что-то плотное. Если делать их вот так, из такой обычной картонки, то это будет неэффективно, потому что я уже пробовала наклеивать на нее что-то, она прогинается. Нужно что-то более плотное. Мы недавно заказывали новый шкаф нашу детскую, потому что уже вещи не умещаются. И муж ездил в цех по изготовлению мебели. И вот там он нашел эту такую штуку. Ну, в общем, это фанерка от мебели, и она такая плотная. Это спрессованные опилки. Я думаю, что мне это подойдет. Он вырезал мне 3 квадрата. Так как фотка у меня 10 на 10, это 14 на 14, и один я попросила 15 на 15. То есть смотреться это будет примерно вот так. Получились. Вот это мне, кстати, нравится больше всего. Я решила подарю своей маме. Вот это будет для моей свекрови. А вот это милое для бабушки. В общем, думаю, подарок у меня получился достаточно оригинальный, бюджетный, а главное, эксклюзивный. Ну, конечно, что самое главное у них будет постоянное напоминание о маленькой внучке. Рамочки понравились? Ставьте лайк. Пока!